Вы неоднократно критиковали программу «Поле чудес». Приведите пример. Когда это я критиковал, главное, что я говорил по этому поводу. Ну, что она очень примитивная, коммерческая, что... Никогда я не говорил, что она коммерческая. Выгром. И никогда не говорил, что она примитивная. Вам Булгаков что писал? Не читаете советских газет. Так других же нет. Вот никакие не читаете. Относиться к этой программе как к чему-то серьезному – это шизофрения.